Значит, сейчас я меняю задание. Будет другое задание, которое вы будете выполнять. Пожалуйста, все перешли сюда. Аделина, ко мне. Значит, еще раз. Выведение в равновесие движения. Так, сегодня у нас здесь оттуда. Вот тут встаньте, пожалуйста. Сейчас, сядь сюда, сейчас мы пойдем. Значит, еще раз. Движение, выведение за равновесие. Ножки пошире. Я делаю 1, 2, 3 шага. Поворачиваю спиной, инверс. И оружие. Еще раз посмотрите. 1, 2. Убираю. Оп, и бросок. Давай. Становишься здесь. Берешь захват. Так. И теперь ты делаешь 2-3 шага и мой бросок. И пошли. 1, 2. Еще разочек. И бросай. Бросай, разворачивайся. Вот. Еще раз. Значит, смотри внимательно. Ты становишься здесь. Становись здесь. Где ты стоишь? Я встаю. Беру захват. И показываю, откуда я буду делать. Вот со стороны локтя движение. 1, 2. И бросок. Понятно? Да. Оттуда идем сюда бросать. Только оттуда. Когда я бросил здесь, мы с Аделиной идем сюда, возвращаемся и оттуда начинаем делать. Ваша задача сделать. Аделина 2 броска и я 2 броска. Встали. Позвать человека. Вика, сюда. Со своим партнером. Так, Григорий, что? Я никому не говорю. Вы, пожалуйста, вот здесь. Григорий Алеша, сюда. Вот отсюда начинаем. Здесь становитесь. Так, Аделина, Жасмина, вы становитесь здесь. Так, 3 человека, да, здесь. Вы становитесь здесь. Вы, Артем, становитесь посередине. Вы становитесь здесь. Делаем только в ту сторону. Хаджи. Ищи. Да. 1, 2, бросок. Меняемся. 1, 2, бросок. Меняемся. 1, 2, бросок. И поворачивайся. Вот так. Молодец. Теперь ты делаешь один. Нет. Стоп. Стой ко мне спиной. Делай шаг назад. 1, 2 и бросок. Вот. Все, теперь мы встали, идите туда. Стоп. Еще раз. Вот, смотри. Не надо приседать. Кристиан. Вот так.
Лесенька, в сторону локтя надо. Нет, посмотри. Вставай. Так. Иди ко мне сюда. Посмотри, ты поставишь сюда. Сюда пойдет. Раз, два, три, сюда. Все, вернулись. Давай, 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 давай. Стоп, Матвей, ушли силы, в любом месте, Петя там, боец стоит, боец стоит. Тихо, тихо, ко мне. Значит так, Вика, ты будешь здоровый, так? А будешь потом следующий. Значит, ты знаешь, если видение, да? О, с ней аккуратно, что лучше. Так, здесь борется Жасмина. Жасмина, ты упадешь ко мне. Ну, это значит взять вас в видение, там вместе сзади. Если тебе вдруг сделать, значит, надо упасть и страховку сделать. Хорошо, да? Так, вот эти, не знаю, золото или золото, значит, сюда. Нельзя! Еще раз предупреждаю, надо снимать. А еще лучше дома. Зачем тебе сейчас... Ты красивый девочка, зачем тебе здесь, извини, золото, серебро, зачем? Снять. Эй! Так. Аделина, ко мне. Значит, еще раз, будь аккуратна. Все разговоры. Ты, вы слезаете. Так, здесь больше. Михаил, ко мне. Ты упаешь. Михаил Ильич, значит, как бороться, ты знаешь, будь аккуратно. Так, сейчас Вики идет. Так, Григорий, сюда, Вики. Твоя задача, задняя подножка, выведение из равновесия. Да, вот сюда. Так, дальше. Она борется, и ты борешься. Так, и здесь еще пойдет штаб. Вставай. Идешь сюда. Нет, да, иди, иди сюда. Так, и еще раз. Так, здесь. Вадим. Вадим, сюда. Ты мягко борешься. Еще раз, есть бросок задней подножки, есть бросок выведения из равновесия. Готовы? Поклонились. Ре. Взяли захват. Сыни приза. Старшина. Боремся. Не падаем, но боремся, у нас нет работы. Эй, у нас нет работы. Давай. Боремся. Задняя пластинка, тряпка, рука. Кто бросил? Есть кто? Если я взял заднюю подножку, это 1-0. Без задней подножки, 2-0. Отсюда. Нет, выше руку. Жасмин, выше руку. Выше. 1-0. Вставай. Вставай, вставай. 1-0. Ноги сидячком боремся. Артем, сюда. Здесь. Ну вот и считайте.
внимание сюда. Я буду менять, вы вдвоем у вас. Раз, два, три, четыре. Вот этот кусочек вас. Кстати, сюда. Здесь вы не боретесь. Вы боретесь вот здесь. Раз, два, три, четыре. Вы боретесь. Вы. У вас четыре мана. Уду, свой, три базы. Вы, значит, имеете право бороться. Вы боретесь здесь. Вот ваши четыре маны. Так. Михаил, иди сюда. Вот ваши четыре маны. Раз, два, три, четыре. Здесь имейте право бороться. Наша. Артем, отель? Алеша, в отеле упасть? Леша, да? Алеша. Так, начать смеяться. Давай, 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 вставай, вставай. Так, сейчас буду менять. Вот, Дения, стоп, уже зашел, 1-0, 1-0 или не знаю, 2-0, 1-1, так, работаем. Так, Григорий, еще немножко я тебя поменяю. Есть. На партнера стараемся не падать. Отпусти меня, Серега. Диня. Диня. Осторожно. Артем. Где ваши четыре мата? Просто тяжело. Сейчас, иди сюда. Сейчас я. Вот просто там, где никого нет. Хаджина. Отлично. Стойку. Там же борются, упадут, ударят. Стоп! Матея, не двигаемся. Заправили, стали лицом друг к другу. Михаила, Жасмин. Михаила, переходи к Жасмин. Переходишь к Олесе. Так. Вадим. Я думаю, Артем, переходишь сюда. Вики переходишь. А ты переходишь к Алёше, Григорий. Так, здесь поменяю. Здесь пойдет Кристиан сюда, а ты идешь к этому. Космина. Стоп! Отошли назад. Поклонились. Взяли захват. Хаджина. Жасмин, смотри, будешь падать. Тёпки-тёпки, попки-попки. Да, можно. Эй, не лежать! Стоп! Матвей! Смотрим! Отлично, бежал! Где страховка? Не надо сама встать! Правильно? Потому что стоишь вот так вот. Стоп! Иди с вашим. Посмотрите, все! Страховка правильно надо делать. Неправильно, вот. Иди сюда ко мне. Ты начинаешь убегать. Мне это не нравится. Не должно быть такого. Не должно быть. Посмотрите внимательно сюда. Когда вы начинаете бороться, вы должны взять захват. Хороший захват вас никто не бросит. А вы можете бросить. Аделина. Ручки. Поэтому ручки нужно держать здесь. Во время борьбы, если руки прямые, вы упадете. Если вы наклонились, упадете. Ножки чуть-чуть расслабить, ручки здесь. Посмотрите, обязательно нужно взять захват. Разворачивайся. Вот мы взяли захват. Взяли захват.
Как дальше что делать? Посмотрите внимательно. Дальше есть такое слово выведение из равновесия. То есть я чуть-чуть толкну назад, чуть-чуть на себя. Локоть подниму, раз сюда чуть-чуть. Смотрите, видите, ему неудобно, что он делает? Выправляется, а раз и сюда кидаю. Аделина. Еще раз. И самое главное, это держать локоть. Если вы будете здесь сильно держать, а локоть плохо, то вас вдруг... Локоть нужно... Вот эта рука, как эта рука, а вот локоть нужно держать. То есть не надо все время держать, жестко. Держите, только он хочет что-то сделать. Вы раз его сюда, немножко локоть, раз его сюда, и ему будет тяжело. Раз, и сами. Нельзя давить сильно, потому что вы еще не умеете, а хороший спортсмен, второй раз присел, вы улетели, упали. Что нужно сделать? Раз дергать, раз на себя плотно дергать, чтобы лицом не ударить. Лучше чуть-чуть сюда, вправо и чуть-чуть влево. Вот так круто. Раз сюда, раз сюда, раз и сюда ножку поставил, все, уже можно упасть. Отсюда. Стоп, отделение. За ножками сиди, близко не ставь ножки, чтобы не упасть. Тяжело, молодец, умница. Вот локоть держишь, она ничего почти делать не может. Боимся. Олеся, давай. Отлично, Вика. И болевой только сдать. Вика, 5 секунд. Вика, модель, стойку. Что такое за спину? Тихо, ну заберись. Так, вы одеваете кимоно, у вас собрано. Одели кимоно, садитесь сюда, сюда. Кимоно одели, садитесь, собрано у вас. Одеваем кимоно, и у вас собрано. Девушка, встаем, девушка. Джентльмена. Матея, младшая группа, села сюда. Старшая группа вышла, приготовила 100 бросков. А какие броски? Любые. Любые? Да. Олег, Андрей, скажи, что ты мне сейчас палку кинул мне. Да, давай, быстрее остановись. Вот куда остановитесь, Андрей. Чендре! Боря! Что вы стоите там в пике, блин? Вот куда? Куда вы пошли? Прогиб, я тоже. Ладно, я